Ка-ching! Привет, чуваки! Это финальный Сережа и спорт. Мы немного задержали этот выпуск по причине того, что я ездил по стране, и у нас не было возможности а. записать меня в Москве, и б. мы очень сильно ждали нашего гостя. И, ну, вы уже поняли, да, что он был на обложке. Это Виктор Блуд. Сегодня не Паша будет моим тренером, а Паша будет моим болельщиком. Паша будет переживать за меня. Моим тренером сегодня будет Виктор Блуд. И он будет мне устраивать проверку на Блуда в рамках моего проекта «Сережа и спорт». Утро началось с того, что я ничего не ел, не пил, сушился, как это правильно называется. И мы отсняли меня красивого, классного в Лужниках. Вот, фотографии, посмотрите на этого испанского жеребца. Ладно, все, погнали. Мы, кстати говоря, в Мытищах, потому что здесь находится замечательный клуб «Ахана». Весь клуб целиком и полностью до зубов забит тренажерами компании Matrix. Упс, зачем я открыл дверь? Я не в себе немножечко. Я что, волнуюсь? Нет, конечно, вообще не волнуюсь. Так вот, клуб «Ахана» до зубов забит тренажерами Matrix всех возможных видов. Я, честно говоря, реально уже готов быть бренд-амбассадором Matrix, потому что мой каждый день начинался с их велотренажера. Я вам зуб даю! Нет лучше велотренажера, чем Matrix. Убедите меня в обратном, потому что, когда я прихожу в какие-нибудь клубы, вот, например, я был в поездке по России и находил там велотренажер, все не то. Они все работают от сети. У них у всех неудобное расположение клавиш или оно где-нибудь в одном месте. Они все глючные какие-то. Matrix is the best. Вот. Ну все, идем в Ахану. Самый лучший клуб здесь, в Мытищах, если вы не знали, самый люксовый. Заходим, залетаем, ребят, залетаем. Все, все, пошло. Сейчас будет мою форму принимать. Как тебе результат шоу и доволен ли? Скажу честно, я очень доволен результатом, особенно учитывая то, в какой форме я начал. И что я делал в этот раз, чего не делал никогда в жизни. Я очень строго держал диету. И первое время это было тяжело, а теперь я уже не могу по-другому питаться. Второе, я каждый день, практически каждый день, крутил педали. И я стал наркоманом этого дела. Вы представляете? Никогда бы не подумал. Чего не хватало в шоу? Этой девушки, но она прошла, теперь она тут есть. Блин, хороший вопрос. Чего не хватало в шоу? В шоу не хватало стероидов, чтобы я был в 5 раз больше, чем я есть. Стероиды бы пригодились. Это заметка на будущее. Я чуть-чуть недоволен тем, что чуть меньше объемы были, но тут уже, знаешь, Сережа, выбирай. Тебе либо качество, либо объемы. Так что качество хорошее, объемы могли быть побольше, но это я уже жадничаю. И важно вот еще что понимать. Я не стал поддубным. Я хотел только эстетической красоты. Но я чувствую, что я стал все-таки сильнее. Я вообще перестал уставать, где бы то ни было. Раньше такого не было. И вот именно это и проверит сегодня Блуд, на что я способен, где мои лимиты сейчас. Довольно эмоциональный человек, и периодически могу выдать какое-то крепкое словцо. Народ, вы ебанулись, что ли? Как так-то? Ебать, моя теория реально оказалась верной. Это Виктор Блуд. Он всегда на позитиве. Это Виктор Блуд. Это человек. Маэстро, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, здравствуйте. Приятно, спасибо, Паша, что позвали. Виктор, Паша. Здравствуйте. Я Сергей. А, чувак, как дела? Слушай, прикольно, Мытищи, собственно, Новое Ебенево. Очень приятно, очень добрые люди, очень крутой зал, то есть персонал хороший. В принципе, все нормально, да. Спасибо, что согласился потренировать меня сегодня. Спасибо, что позвал второй раз после того, как первый раз я не смог, типа того, то есть... Ну, всякое бывает, очень хотел сняться, вообще с большим удовольствием.
наверное, могло зрителям показаться, что кто-то напрашивался, как вы хотели все время положить между нами кого-то третьего. Возможно, вы и правы. Но скажу вам честно, кое-какие гости нас просто подводили. Мы хотели кого-то втиснуть, да, но плотные графики звезд, вы сами знаете, графики Сергея, я себя не отношу к звезде, они очень плотные, поэтому нас несколько раз, честно говоря, кидали. Поэтому нам приходилось вдвоем мастерить, но я считаю, что мы классно выкручивались, вы даже не заметили этого. Сам еще хотел бы тебя к себе на канал снять. Я люди требуют проверку на блуд, наебните лайков там. Вот давай так, у нас сегодня будет проверка на блуд лайт. А, знаешь, если хочешь разблокировать полную версию, смотри на канале Виктора Блуда. Скинь это на четырехзначный номер и платную смс-очку. Ну, все знаете, короче. Мы попросили Виктора придумать нам с Пашей испытание, да, чтобы, конечно, я стал невероятно красив. Ну, что отрицать? Ну, полубог. Человек-полубог. Но... Что, в принципе, с Богом одно и то же. Спасибо. И просто хочется понять... Это, за этой красотой, за сколько функциональности. О, да? Это прям ко мне вообще. Да, прямо да. От разминки до заминки мы сегодня будем проверять функциональность, короче. Да. Многократно. Буква F. Функциональность, короче. Чувак, только я тебя прошу, пожалуйста, чтобы шоу получилось, не убей меня сразу за 5 минут, ладно? Давай начнем с лайт, а потом прикрутим, всегда успеем. Мы начнем вообще прямо лайт. Погоди, но сначала объясни, в чем ты, что это за бренд? Это Баленсиага, вроде бы, я, если не ошибаюсь. Блядь, надо что-нибудь прикольное. Так, Гусси, Карпаняга. Караси там Карасняга. Какие-нибудь. Карасняга. Я просто очень люблю тренироваться в зале босиком. То есть обычно, когда люди видят человека в тапках в зале, они думают, что он дебил. В принципе, они правы, так и есть. Но в последнее время у меня немножко сместился мои атлетические направленности в сторону партера. Поэтому как бы много упражнений, которые требуют контроля стопы. То есть вот как бы скинул, что-то там на равновесие поделал, потом пошел, карася одел и передислоцировался. Мы начнем с разминки, то есть с классической, старообрядческой, советской разминки. То есть это у нас будет предразминочная разминка, потом у нас предразминка, потом разминка, потом силовая разминка. Потом постразминка? Постразминка и заминка. И заминка. Вы тоже должны быть босиком? Ну, как хотите. Давай, просто я хочу. Давай я по полной программе раз идем. Да. Что за полумеры? А то что, мы на амортизации все? Не снимал бы, честно говоря. Ой, спасибо, Пума. У-у-у, Пума, надо спиздить, ладно. В туалете не оставляй, главное. Так, ну, собственно, что, мы начинаем искать нефть. То есть мое любимое упражнение. То есть нам нужно сейчас немножечко разобрать стопы, потому что они у нас сейчас будут немножечко трудиться. Ты знаешь, я сейчас давлю вино. Приятно, вот, когда люди шарят за классику. Сюда нужен соответствующий трек и соответствующую Челентано. Вырезку, да, с Адриано Челентано, то есть обязательно. Смотрите, сейчас у нас будет мобильность и кардио. Соответственно, нам нужно сделать с вами 3 раунда. 3 минуты активности, минута статики. Давай. Таких 3 раунда без перерыва. Первое движение называется Jumping Jack. Вы, наверное, слышали? Да. Вы точно слышали. Да. Мне не нравится название Jumping Jack. Поэтому мы будем... Это похоже на группу «Эй, йо, Jumping Jack». Этот самый. Опять я старое свое говно. Не, я понял про что-то. Да, то да, есть да. Это классный трек. Собственно, исходное положение. Прыгнули и хлоп, собрали. Блин, так. Да. И так в течение минутки мы с вами работаем. Погнали. 3, 2, 1. Иван Скок, погнали. Серега Скок и Паша Скок. А ты пока что интересно рассказывай. У тебя новая татушка, еще никто ее не снимал. Я ее пока не полил, да, можете немножечко увидеть ее, эти самые остаточные моменты. Больно колоть череп? Нет, в принципе, я вообще люблю это ощущение, поэтому... Мне кто-то говорил, кто колет себе татушки, что он подсел на боль. Да. И ходит к тату-мастеру под видом искусства за болью. Типа того. Ты из тех людей? Ты знаешь, это скорее не за болью, а ты такой, блин, а вот интересно, как вот тут вот это вот будет? То есть ты такой... Там уже кончилось время, да? Нет, там еще 2,5 минуты. Сейчас будет еще незабываемый спектр упражнений, потому что сейчас мы будем с вами 1 минуту отдыхать. Вот, после истечения 3 минут. Наша задача будет сделать следующее. Мы берем вот этот вот мячик. Да. И вот в таком положении мы замираем на 1 минуточку, удерживая его над головой. Стараемся его держать не здесь, а вот тут. Да. Я честно скажу, я натер палец уже. Это нормально. Что-то же должно остаться.
на память от меня. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Прям сразу. Что мы делаем? Уходим, да, садимся в самый низ. Я, вот это максимум, что я могу, бро. Прикинь. Это что за дела? Вы чем там занимаетесь на тренировках? Метенец, конечно. Ну, я пытаюсь, и ничего не получается. Вы же в мытищах, пацаны. Вот. На картонах, не, на картонах нормально, я плечи, да, плечевой плечи, пояс. Плечи, да, грудной, да, затянут. Давай. О, фак. Сядь, ты сядь в полный сед и сиди отдыхай на картонах. Я не умею. Сейчас мы тебя, Адик, оденем полосатый. Давай, на центр Москвы. О, вниз сядь. Пацаны, о, сядь вниз. Стараюсь. А руки. И вот, выходим. И минутку прыжочков, погнали, сразу разбрасываемся. Одевай кроссовки, брат. Я надеваю, иначе я буду ныть пуще прежнего. Знаете, что не хватало часто? Поддержки в комментариях. Она была, и я ценю. Каждое положительное слово, сказанное мне, я ценю. Но люди не понимают, что за 3 месяца я не стану Халком. И те, казалось бы, незначительные для кого-то, для меня очень значительные изменения, что происходили, часто люди недооценивали. Вот не хватало какой-то поддержки, наверное. Думаю, 16 нормально вам будет? Ну, думаю, да. В общем, делаем действия следующего характера. Да. Мы поднимаем одну ножку, да, и делаем 50 перехватиков с гиречкой. В одну 50? Сторону, да, ножку меняем. 50 немало. 16 килограмм. Ну немало, 50 нормально. Погнали? Поехали, считай, да? Кажется, он все, да? Ну, конечно. Блять! Ножку стараемся держать на весу, да. Безумно сложно держать баланс. Ну ты, кстати, делаешь правильно. Вот он сейчас прямо, у него жопа отлетит уже скоро. Поймай дзен. Да, 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 я сейчас пытаюсь. Пол это говно. Ой, лава. Да, лава говна. Лава говна. Еще 5, 4. Дзен поймал, 3. Ты меня вырубить решил? 2, 1. Все, в говно упал. У меня реально большой пузырь мозоли на пальце. Паша, ты вторгаешься в моё личное пространство. Ебни ему гири. Ну, лава говна. Гири говна, все в говне. Держать. Жить говна. Я просто не считаю, я пытаюсь просто не падать. Ты меня ногами крути просто. Я считаю, 3 раза было. Лава говна. Красавчик. Давай, Сережа, можешь. Покажи, ты даже. Покажи, ты. Что показать? Как ты это делаешь? Рисовать. Блин. Ты причем стоишь больше на внешней стороне стопы. Да. Да. Ну-ка, дай попробуй. Босиком легче. Больше контроля? Ну, конечно. Видишь, у тебя платформа получается. 48. Плюс у тебя поролоновая платформа, она ощущает. Ты считай, бро, как на песке делаешь. Бро, я сделал. Слушай, ну это... Это прикольно. Поинтереснее, да? Слушай, это было сложно. Я очень люблю гири, поэтому у нас их будет сегодня много. То есть это у нас так, предразминочная, предразминка. Переходим к разминке. Собственно, мы поработаем с вами, сильно ушатываться не будем, поработаем 5 минут. 5 минут по 5 повторений. Длинное движение, довольно интересное, сексуализированное. Так. Мужикам понравится. Отлично. То есть, видимо, что-то будет. Да, ага. Обратите внимание, здесь главное чекалдыриком не стукнуться. Буква Ч. Здесь главное чекалдыриком не стукнуться. То есть контролируем этот момент. Ложимся. Ой. Так. Раз. Оу, щит. Сколько раз? 5 раз в минуту. Работаем 5 минут. 5 раз в минуту. Подожди. Остаток времени отдыхаете. 5 сделал, осталось там 10-20 секунд. Ага. Чилим. Пробовать будете или сразу начнете? Да не, начинаю. Да. Мы профи. 3, 2, 1, оп. Это просто. Ну, сейчас посмотрим на следующую минуту. У меня больше рычаги. Да, тебе приходится больше страдать. Да давай продолжай что-то. Не-не-не. Все честно.
Да мы утрахаемся сегодня еще в хламину. Но видео тоже снимем. Какой тебе чаще всего люди вопрос задают, когда видят? Я думал, ты выше. Ага. Я думал, ты больше. Я думал, ты меньше. В равных пропорциях. Ты не обижаешься? Мне на не, что? Я вообще пофигу абсолютно. На что? Когда следующее видео? Я говорю, а ты последнее смотрел? Нет, уже вышло. Я говорю, так что это мне? Самое забавное, что если люди фотографируются, они никогда не фотографируются для себя. Да, да, да. У меня брат тебя смотрит. У меня брат тебя обожает. У меня у тестя дед, деда, брата, мать. Тащится, она тащится вообще, да. Сейчас я пришлю. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали, третий подходик, господа. Я, когда первый раз вживую увидел Серегу, я вообще охренел. То есть мы встретились где-то в центре Москвы, я просто вижу чувак, которого я смотрел в детстве, вот так вот наискосок такой ко мне идет. И он был как на картинке, он был как в передаче, вот, как я его смотрел, вот таким он оказался, только выше и больше, то есть я думал, он не такой высокий. А сейчас еще рельефнее. А сейчас еще рельефней, сексуальней. Ты прикинь, смотри, какое высокогорье ему приходится закидывать, да, гирю. Эверест. Он уже, блядь, 2 голубя убил, пока махал. Смотри, весь в электронных проводах. Его током бьет. Последний подход. Чувак, ты тренируешься в тренажерах? Вот в таких? Вообще никогда. Я сейчас вообще как в Москву переехал, я даже в зал особо не хожу. Вот она, московская жизнь. Ну, типа, у меня дома гири, на улице площадка, то есть. И этому хватает? Более чем. Ну, я никогда не пользуюсь там, типа, там, Смит, там, еще что-то. Но вот в таких тренажерах, да. То есть вот когда у меня зал в Питере был, то есть там вот assault bike, гребли, то есть... Ты вообще тренируешь пресс? Да, конечно. Что у тебя довольно ярко выражено, но часто говорят следующим, что пресс можно вообще не тренировать, потому что он так или иначе участвует во всем. Так ли это? Косвенно, да, но ты должен его тренировать, чтобы он в конечном итоге не проседал, не чувствовался вот в основных силовых упражнениях. Короче, тут есть разные нюансы. То есть когда ты занимаешься железом, у тебя может начаться переразвитие поясничного отдела. То есть у тебя может быть гипертонус поясницы, и тебя может начать вот, ну, съежопливать из-за слабого пресса, вот так вот, короче, скутюживать. Да. Плюс пресс еще требует более детальной прокачки, если ты занимаешься, допустим, ударными видами спорта или борцовскими. Как то есть, конечно, когда тебя, ну, там, лупят, то есть там простого там приседания тебе не хватит для того, чтобы держать удар. Да. Когда ты борешься, на тебя там встают коленями, там, давит тебя, чтобы тоже. Чтобы он вот привыкал, то есть, да, он, ну, воздействие. Поэтому нужно более точечное воздействие. Серега, налево прилично. Сила пресса не всегда зависит от ее визуализации, естественно. То есть, если он ярко выражен, это не значит, что он какой-то очень сильный. То есть, вполне возможно, может быть и наоборот. Поэтому тут как бы такие качели. Ты что? Ну что, я размялись? Я сделал, я все сделал. Красавчики, а ты? А тебе 5 раз. А, еще 5 раз? Ну, вообще, в идеале бы да, давай. Давай, погнали. Камера снимает. Я с тобой, давай. Давай. Вот это, блядь, солидарность. Okay, вот это я понимаю. Это мой тень. Многие думают, что люди приходят в зал для того, чтобы стать сильнее, лучше, функциональнее. На самом деле это не так. Задача — прийти в зал, занять как можно больше пространства, привлечь к себе максимум внимания, всем помешать, всех выбесить. Мы все правильно делали, Да, и не убирать за собой вес. Нет, ни в коем разе. Сейчас мы займем... А разве не зальная фея все убирает? Есть же зальная фея? Зальная фея. Хочу посмотреть на нее. Свали отсюда, блядь, ёпта. В общем, делаем действие следующего характера. 20 высоких выпрыгиваний, берем пакеты, идем до конца, там их ставим, делаем 20 высоких выпрыгиваний, берем пакеты, возвращаемся. Это один подход, 2 минуты отдыха, репит. Все, что связано с ногами, ненавижу. Прекрасно. Да ты че, ты только начал. Бросаем? Ну, кладем. 20 выпрыгиваний, погнали. Иди ты. Давай, давай, давай. Прыгаем жопой, не спиной. Сейчас еще 5. Давай, давай, давай. Бери, бери, там отдыхаем в конце, на базе. Последний. Давай, давай, давай. И, ой, какой красивый.
Давай, догоняй. Две минуты. Тут секрет была убийственная. Так, у нас потери. Попи. Болевать пошел? Не, попи. Я пытаюсь вспомнить. После чего было так заебано? Чья была идея тебя позвать? Могли бы просто покрасоваться красиво в масле. Нет, неинтересно. Неинтересно, согласен. Мы сейчас еще приколюшек наделаем. Давай. Наверх тело и так далее. Мне нужно попить, я готов. Давай, давай. Не, ну где это у нас? У вас еще минута, так что. Сирень, она стоит там, прости, я не смогу тебе принести. Где мы были с гирями. Хитрожопый, короче, такой. Да, то да. Футболку снять, то воды попить, то. Да, да, шнурки завязать, татер палец. Проебывается, да, тоже у тебя на тренировках? Он на очень много разъездах, к сожалению. И когда он приезжает, я не могу его убивать. Это надо, чтобы было системно, поэтому здесь приходится варьировать нагрузку. Бесило то, что Серегу я видел не так часто, как хотелось бы, особенно последний месяц, когда он начал уезжать, снимать различные программы. Я скучал, и меня это бесило. Давайте сейчас еще, чтобы интереснее было, вместо выпрыгивания делаем и оп, высокие выпады. Ты прыгучий, кстати, мне нравится, как ты. Я люблю прыгать. Как ты легко выпрыгиваешь. Давай, мы будем делать, а ты еще вот что расскажи. YouTube – место, где есть все, да? И один из жанров популярных – разоблачения. На любого спортсмена, который уж чем-либо занимается системно, всегда есть разоблачение, потому что ему интересно посмотреть и… Ну, типа, он тоже пидор. Да, ну, и типа, оправдать, да. Допустим, что ты не ходишь в зал. Некоторые действительно мошенники, некоторые нет. Но на любого и на мошенника, и на нет есть разоблачение. На тебя есть? Есть, но они такие, скорее, это даже... Они какие-то прикольные, типа, то, что я хороший. Да? Да, да, да. То есть, ну, типа, он матерится, я такой, ой, пиздец, типа, что же делать, типа того. Я не топлю, что я идеальный, но я прекрасно знаю, что от моего какого-то мимолетного сквернословия никто особо не страдает. В отличие, блядь, от людей, которые мусорят. Бля, я искренне желаю вот таким чуханам, чтобы у них хуй на пятки вырос, блядь, за такие приколы, чтобы как стать, так разуваться каждый раз, блядь. Функциональность, короче. Не, оно обвинение в каких-нибудь препаратах, стероидах и так далее. Ну, это да, но это не я серьезно не воспринимаю. Ну, ну камон. Типа, давай, давай, какая тяжелая жопа у нас, а? Это что за дела? Ой, жопа болит! 20 выпадов. Хорошо. Ох, как тяжело. Всем давай, давай. Хорошо. Очень хорошо, рекомендую. Булт, молодец. Результатом я доволен, ведь в отличие от подготовки к соревнованиям, я выступал не только в качестве тренера, но и выступал в качестве тренирующегося. То есть я сам себя приводил в форму параллельно с Серегой, потому что я не мог сильно выделяться жировой прослойки от него. Поэтому мы топили вдвоем, и это был такой классный экспириенс. Она моя, так очень страшно. Пошла нахуй отсюда. Ну да, это тебе. Ага. Смотрите, сейчас мы сделаем 15 динамических отжиманий, то есть плеометрических. Что это значит? То есть мы стараемся толкаться. Прям. Делаем. И после этого делаем следующее. И поехали. Да ну себя! Нет! Да, да, да. Нет! Человек-паук. Нет! Нет! Да ты смотри, какой ты высокий. Ты три раза шагнешь, и ты уже там. Технику богомола. Паш, мне так нравятся твои тренировки? Они... Сегодня я не работал. Сегодня выходной. Сегодня выходной. Санитарный день. Да. Я тебе хотел, кстати, подарить, подожди. Браслет «Fuck you». Он хорошо на яйца наматывается? Он для этого и сделан. Прекрасно. Но чтобы он всегда был под рукой,
Его надеваешь на кисть руки. Ты расскажи, тебе. Что он с вибратором. Это такая специальная штучка, как раз на яйца. Там есть кнопочка, нажимаешь. Это так, Паша, вот это твоя лимитированная версия. У никого больше, ни у кого больше нет такой. Так, короче, я начинаю. Это мое фирменное, значит, тотемное слово, которое мне помогает по жизни. Вот. Мне нравится. Мне еще нравится и каждый день я йоу. Каждый день я йоу. Это тоже прикольно. Ну, мне нравится. Мы в этом с тобой смысле похожи, потому что я ебучий стиль. Да, да. А я мне каждый день я йоу, а об одном и том же, только разные слова. Я русский тоже этот самый. Да. Тебе тоже, да. У меня идея. Давай просто смотреть, как Паша тренируется. Оба. Паша, ты меня тренировал все это время. Можно я наконец посмотрю на тебя? Добрый путь. Я не могу. Вот это, а вот это рациональное предложение. Ну, что мне? Да. Как будто хочешь их трахнуть. Центр страсти к ним тяни, да. Вот. Да. Упражнение называется «Заблудившийся в пустыне». Ползем, как мангуст, как крокодил. Поднимаем, не катим, поднимаем, не катим. Давай, давай, чуть-чуть. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, чего? Так, все обратно надо, да? Нет! Да, 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 да. 15. И заканчиваем с коридорами. Сейчас. Ну, красавчик. Паша включился. Я не выключался. Сейчас я. Я догоню тебя, а? Я догоню. Давай, давай, там. Ничего. Разведай обстановку пока, Паш. Прокладывай путь. Видишь, высоченный как может это сам. Да, ну, он красавец. Я горжусь им. Пацаны, не успел сторис снять. Давайте вот эти три проходки с выпадами, прыжками и отжиманиями еще разок. Сейчас я упаду в обморок, приду в себя и готов буду. Все отлично. Дай 40 минут. Да, не вопрос. Так, ну пока я не упал в обморок, и у нас маленькая пауза. Я хочу подвести итоги конкурса, который был в прошлом выпуске. И вообще хочу сказать спасибо всем тем, кто, в принципе, участвовал в любом из наших конкурсов в рамках «Сережа и спорт». Спасибо вам большое, ребят. Мы все читали внимательно. Не можем всем призы дать от Пумы. Даем всегда только кому-то одному. И в этот раз нужно было придумать фразу, которую говорит тренер, если его подопечный сильно пердит в зале. Ну, так получилось. Он пукнул. Что такое сказать, чтобы успокоить и приободрить... вас, как сказать? Можно я? Да. Господь Бог дырочку вертел, чтобы дурной дух летел. У тебя часто пердят люди? Нет. Нет? Но бывало пару раз. Бывало. Это же нормально. Ну, как бы да. Это часть физиологии. Да, а что такого, как бы, кто да. не пердит? Что пишут? Аленка пишет. Я бы на месте тренера сказала, будь здоров. Угу. Нормально. Мило. А в нашей семье говорят, опять утки мимо пролетели, крякают. Ну, как-то не очень. Ну, такое. А, нужно сказать клиенту, скажу честно, это упражнение тоже вызывает у меня сложности. Два раза в день делайте такое упражнение, и позвоночник будет не болеть. Ой, бля, как уже вот эта шутка, она уже прямо пиздец. Я вот под каждым, что бы я ни выложил, вот это типа пишут, и это уже настолько, блядь, не смешно, что... Откуда это? Что это? Мем какой-то? Ну, типа, да, один-два раза упражнение делал, спина болеть не будет. Но уже, блядь, не смешно, уже все, уже год прошел, блядь, а хватит. Спина болит по-прежнему. Ну, типа, блин, уже все, уже все перешутили, по-моему, уже даже на кривом зеркале я это слышал. О, жопные мышцы включились, отлично, ну так себе. Наконец-то работа пошла, выпускаем все лишнее. Ну, пока не очень, ребят, не без огня. Любезный, да вы сегодня не только спортсмен, но еще и парфюмер. Это из «Джентльмен-шоу», по-моему, да? Шутка. Это звук папеты. Да, что-то, вот что-то, ребят, вы не в ударе сегодня были. Ну что, кому дадим? Ну, мне, очевидно. Нет дыма без огня. А что они такие не смешные у тебя?
Не то чтобы я с претензией, но как-то... Никто не пердит, что ли? Тогда мы сделаем так, тогда никто не побеждает. Никто не побеждает. Мы сделаем новый конкурс в этом выпуске. И через неделю в комментариях же объявим, кто победил. Чем их озадачит? Чем их озадачит? Пускай придумают марку вот этим тапком. О, да, кстати. Отлично. Кстати, я пытался пошутить вначале, пошутил плохо. У вас должно лучше получиться. Название бренда? Название бренда. Название бренда. Я напишу маркером потом, какой будет прикольный прям. Отлично. Кто будет самый смешной, а вам нужно постараться в этот раз, тому дадим подарки от Пумы. Никто не будет смешной, никому не дадим. Да. Супер. Да. Сейчас мы будем работать по таймеру. Да. По две минутки давайте работать. Кайф. Обалдеть, чувак. Ну, что, кто первый? Давай ты. Покажи класс. Оп-оп-оп. Интересно. Потому что в другую сторону. Выпишь? Другую. Вот так. Ага. А. Да, тут главное не улететь с затылком назад. Готов? Нет. 3, 2. Я не готов. 1. Уэп. Давай, 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 давай. Дальше, дальше, дальше. Давай, 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 давай. Вот. Сильнее ускорить, толкнуться сильнее. Вот, и не останавливаться. Ближе к полу, ближе к полу. Давай, давай, давай. Вот. Вот. Хорошо. Давай, давай, давай. Не, ну, жулик. Нормально, нормально. Интеллигент. Соревнуйся сам с собой, типа, каждый раз подальше стараешься. Давай, давай, пирожочек. Последний поставить и убрать. Давай. Да! Время. О, вот, Паш, тебе задание. Достать, да? Фух, чувак. Красавчик. Классное упражнение. Интересный. Знаешь, что прикольно, что так много разных вариантов того, как ты можешь... Уебаться вообще просто. В зале просто бесчисленное количество. Да, даже не в зале, где угодно. А, все в основном делают жим от груди. Скука, скука. Свои бицухи. Это очень скучно, то есть я даже, ну, не представляю. Можно каждую тренировку делать что-то новое, это будет прикольно. Ты знаешь, мы как бы и показываем этим проектом «Сережа и спорт» множество разных вариантов, как можно. Так что, если вы вдруг посмотрели этот выпуск первым, то я вам рекомендую отмотать к началу спецпроекта. Во-первых, чтобы посмотреть, в какой дерьмовой форме я был, в какой сейчас относительно хорошей я сейчас. И самое главное, Паша придумал разнообразные тренировки. Чекайте, смотрите, вдохновляйтесь. Самый мой любимый выпуск из советской качалки. В нем много эмоций, воспоминаний. В нем мы сделали юмор, пошутили чуть-чуть. Это самый-самый классный выпуск для меня. Если честно, мне больше всего понравился выпуск с госпожой Полыгаловой. Это было здорово, это было весело, это было информативно. И вот этот безумный позинг, я рекомендую вам еще раз его посмотреть. Мне кажется, мы там выглядели очень изящно вдвоем. И Сереге незаслуженно, я считаю, отдали победу. Первый сделай разведку. Толкаться. То есть, ну, не ломись за ним сразу. Все, давай в обраточку, я таймер сейчас включу. Все, достал. Да не, не парься он. Не, я не вижу. Он сориентируется. Я нормально. Готов? В целом, да. 3, 2, 1, поехали, 2 минуты. Давай, 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 давай. Хорошо. Отлично. Паш прям далеко, да, ставит? Давай, давай, давай. Ниже, 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 вот. Нет, я достану. Нет. Давай, достать, достать. Давай, я помогу. Давай, 30 секунд. Не надо. Давай, 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 давай. Yes.
30 секунд. Давай, еще парочку раз. Шидыши, оп-оп-оп. Я его таким никогда не видел. Давай. Все, есть рекорд. Вставай. Давай. Я все. Все, давай, пас. 3, 2, 1. Время. Спасибо. На здоровье. Ну, в принципе, если что, еще... Кошка. Маэстро, с удовольствием, если позовешь, приду. Это ты видел, да, что я не особо удивлю тебя? Ты меня в ночи приду. Все, уже мы теряли его. Так, смотри, у нас в конце каждого нашего выпуска была заруба с Пашей в разных видах спорта и... А что ж ты не сказал? Я бы его посильнее бы тогда уебенил, чтобы... Ничего. Мы сейчас будем подводить финальный... У нас сейчас будет финальный бой. Веду я 3-2. Короче, мы тут подумали за кадром и увидели, что здесь есть настольный теннис. И оказывается, Виктор Блуд не очень в нем хорош. Говоришь шепотом, что ты громко. Это не секрет. Поэтому сейчас мы сыграем две партии. А можно вместо ракетки рыбы играть? Давай мы будем рыбой играть, а ты ракеткой. Давай. Значит, мы играем с Пашей рыбой против Виктора Блуда. Играется две партии. Я с Виктором, Паша с Виктором. И, собственно, по результатам этих партий поймем, кто из нас с Пашей лучше. Вы мне только правила объясните, ладно? Я как бы шоп-пример. Там просто бей-беги. Все, погнали. Звучит? Да. Знакомо? Да. Отлично. Ты реально первый раз играешь? Мужик, я вообще ракетку взял. Да. Я даже не знаю, как он летит. Держи вот так. Офигеть, серьезно? Да. Я тебя не стыжу, мне просто удивительно, что Виктор Блуд вообще первый раз сейчас взял ракетку в руки. Охренеть! Нет, я брал ее, но я не играл, типа. Давай. Ты проводишь тренировку Виктора Блуда по теннису. Бля, ну это ж... Это фол, да, был, наверное? Не заработал, очко я заработал. А заработал очко Серега. Очко уходит. Пиздец. Вот, он так жестко летит. В ракетке тоже разные. Ты раз, как ты отбиваешь. Типа можно засаживать, да? Как бы типа. Нужно. Вот так вот. Ебать, это ж какая реакция типа нужна? Блять. А так ты видишь, ты не должен. Ебать, серьезно, вот это отбить надо было. Пиздец. Мы начинаем сражение. Моя задача проиграть с наименьшим счетом. Или выиграть. Ну, потому что эта штука невозможна. Мужик, вообще, мы в равных условиях. Кто забил, тот и подает. Окей? Виктор не понимает. Я не... Ты рули. Мне похуй. Ебашим лещами. Пиздец какой, это очень сложно. Давай! Я проигрываю, я сливаю! И давай! 1-6. Ну, не в сухую. Виктор Блуд подает. Окей. Блин. Нифига себе! 2-2! Монстр! Мы вырастили монстра! Теннисо! Бля. Карась! Это было, да? Ты знаешь, где он был? Что ты делаешь? Я мою ноги часто, не волнуйся. Последняя! Все, пиздец. Что произошло? Объясните мне. Виктор, напишите в комментариях. Ты получил черный ключ. Напишите в комментариях, что произошло. Да. Типа, кто следил? Я немножко... Все, мы сейчас... Молодец. Смотри.
Красавец. Смотри, что произошло. В комментариях я тебе пишу. Значит, мы играли с тобой. Кто лучше сыграет? Паша сыграл лучше. Я тебя победил с счетом 11-6. Он тебя победил с счетом 11-3. Не, он в натуре жестче ебашил. Он лучше играет. Лучше, да? Конечно. Сейчас у нас сравнялся счет в общем зачете 3-3. Мы могли бы оставить все так, типа, ой, никто не проиграл, никто не выиграл. Да. Но так неинтересно. Да. Для финала не тянет. То есть поэтому вам нужна рубка, я понял. Рубочка будет. Погнали, на подачу. Итак, победит. Ах ты. Но это все, это я лучше уже ничего не покажу. Что, блядь, происходит? Я просто сливаю херям. Капитан Америка, ну что, ты потихонечку покрываешься получше? Если проигрываешь ты в общем зачете мне, то ты проводишь занятия для кого-то из наших подписчиков. Ты одеваешь костюм Капитана Америки, снимаешь шоу Сережа Микрофон. Блин. 7-2. Где он? Все, короче, я сливаю. Какой позор. Я не хочу нахрен ходить. Во-первых, у меня нет времени это снимать. А. Сука. Видишь, как он очухался-то? Да! Десять четыре. Все. Я бы вот этим не занимал. Yeah, baby, yeah. Ой, знаешь что? Подожди. Это же типа, о, бля, я понял. Смотри, это, блядь, это ебаный жемчуг. Смотри. Да, спасибо. Ребят, все круто. Вообще бомба. Ну, это было интересно посмотреть. Я считаю, что было все предельно честно. Серега был изящнее, наверное, но я старался. Вот поэтому все по чесноку, и Серега будет записывать теперь шоу «Сережа Микрофон» на костюме Капитана Америки. Поставишь лайк этому выпуску? Я поставлю 25 тысяч лайков под каждым нашим выпуском, потому что они все с душой сделаны. Давайте так, я сниму этот Сережа Микрофон с Капитаном Америки, я обещаю. Но вот можно осенью, когда... Я не говорю, что должен снять его завтра, ну, за лето может. А когда видос с Капитаном Америки? Я не знаю. Август, нет? Завтра может? Во-первых, я апелляцию подам. Депиляцию? Депиляцию сделаю. И подам апелляцию, бесите. Ну ладно, я очень... А почему ты такую хуйню придумал? Можно же было что-то прикольное. Я думал, что он по жаре будет ходить в этом волосатом, блядь, костюме Капитана Америки. Почему волосатый? Не волосатый же. Ну такой. Волосатый, да. Теплый. Будет ему жарко, будет неудобно. Он хотел быть похожим на Капитана Америку, когда сейчас высохнет в конечном итоге. Да. Потом мы все перекроили. И раз ты внешне не стал Капитаном Америки, будешь Капитаном Америки в костюме. Ладно, все, окей. Я честно проиграл, я ненавижу проигрывать. Ты любишь? Ты умеешь проигрывать? Ну вот я сейчас въебал два раза, как бы. У меня нет никаких типа ощущений, что что-то произошло. Потому что не идешь потом снимать в костюме Капитана Америки какую-то ерунду. Ладно, все, я проиграл. Буду мужчиной, проглотил это, поздравляю с победой, ты большой молодец, будь ты проклят. Ребята, это был Сережа и спорт. Обязательно записывайтесь в школу атлетизма и силачества Виктора Блуда. Спасибо. Все ссылки есть внизу. Спасибо тебе большое за твое время. Да, ты крутой, легенда. Если бы не эти сейчас упражнения, я бы не выбрал Сереги, честно. Подготовился так, размялись хорошо. Ну вот и все, новых выпусков пока не будет. К радости тех, кому не нравился этот проект. Вот. А к радости тех, кому нравился. Был те, кому не нравился? Что, ёбнули? Людям все не нравится в интернете. Они должны соскучиться. А потом эти же люди будут писать мне, где новые выпуски? Ты что, блядь? Нам нечего хуесосить. Сними еще что-нибудь. Все, ребят, всем пока. И заняли какую-нибудь позу. Спорт говно. Спорт ужасен. Спорт для педиков. Что будет дальше? Начну ли я обратно есть паштет? Ну вот это вот интервью я записываю спустя 2 дня после того, как мы снялись с Блудом. И, ребята, я, кажется, набрал 2,5 килограмма. Я сорвался, но только с позволения Павла. Мы сделали с Пашей потрясающие снимки вдвоем, такие, знаете, промо-фотографии. Явно, понимаете, надеясь на то, что эта история продолжится, и, возможно, мы кого-то с Пашей возьмем. Возможно. Нам нужно перезагрузиться. Мы будем продолжать с Серегой тренироваться. Может быть, не столько жесткая будет диета. Сейчас, наоборот, будет такой набор на увеличение объема. Может, мы с Пашей решим замахнуться на какого-нибудь пляжника, чтобы я победил где-то. Может, мы с Пашей вместе пойдем в высоту прыгать. Все, что угодно. Возможно,
следите. И вы Серегу увидите в конце лета еще в новой ипостаси, поэтому следите за его трансформациями. Мы не останавливаемся. Я считаю, что этот проект крайне удачный и по результатам, и по тому, как это все выглядит. Все очень здорово. Так что к этой истории мы обязательно вернемся. Спорт. Абсолютно. Я все растерял, и я хочу снова стать вот классным. И что мы видим? Толкай, 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 чаще, 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 давай! Ха! Бодибилдинг компетишн. Абсолютно.